Приветствую вас, друзья, на моей маленькой кухне. Сегодня у меня выходной. Была очень жесткая 7-дневная неделя. И, наконец-то, я отдыхаю. Ну, как видите, не совсем отдыхаю. Вместо того, чтобы сидеть на рыбалке с удочками, я решил показать вам один классический рецепт, который уже, можно сказать, забыт. Или еще не совсем забыт, но, по крайней мере, по нему очень мало источников. Это так называемый гарнитур Орли. Это есть такой маленький городок во Франции. Как этот гарнитур вообще появился на свет, я не могу сказать. Источников я не нашел. Но суть его такова, что в нем используется рыба, запеченная в пивном тесте. Можно также сделать и на белом вине. Но если кто-то не любит ни то, ни другое, то можно сделать и на безалкогольном пиве. Или, по крайней мере, тогда заменить минеральную воду. Это тоже будет работать. Ну, а в качестве соуса туда идет томатный. Овощи и гарнир на ваше усмотрение. Приступим. Для этого великолепного гарнитура мне понадобится филе сама. Это должно быть не обязательно. Филе определенно сама. Вы можете взять любую другую рыбу. Я взял в общей сложности 430 грамм. Заранее посолил, поперчил. Рыбу разрезал на порции. Вроде бы с виду она кажется, что это маленькая. Но на самом деле, когда она будет уже в тесте, то вы сами увидите размеры. То есть этого будет достаточно приготовить на 4 персоны. В качестве гарнира я буду готовить сегодня рис. Я подкрашу его под шафран. Мне понадобится томатный соус. Ссылку на него вы найдете. Мне понадобится томатный соус. Я заранее его приготовил. Ссылку вы найдете под моим видео. Также мне понадобится 100 граммов муки, 1 яйцо, растительное масло. Но мне понадобится, возможно, 1 литр масла, может быть, немного меньше. Это будет видно после того, как я буду жарить рыбу во фритюре. Соль, перец. Из овощей то, что я нашел в холодильнике. Морковь, корень сельдерея. Морковь я взял 200 грамм, корень сельдерея я взял 100 грамм. То есть, смотрите, как я уже сказал, овощи – это на ваше усмотрение. Гарнир – это на ваше усмотрение. Возьмете ли вы это картофель или еще то, это как вам душе угодно. И нам понадобится 70 мл пива холодного. Светлого пива у меня не было, поэтому я беру темное. То есть, то, которое имелось у меня в холодильнике. Вы можете взять светлое пиво, вино или, как я говорил, минеральную воду. Тесто готовится очень просто. Сначала отмеряем 70 мл пива. Если вы не знаете, как вам поступить с оставшимся пивом, делайте так, как это делаю я. Пиво должно быть очень холодным. Пиво холодное, я очень доволен. Идем дальше. Пиво вливаем в чашку. Подливаем куриное яйцо. Сразу присаливаем. Перчим. Добавляем грамульку растительного масла, взбалтываем венчиком, вмешиваем муку, точнее просеиваем. Тесто мое готово, я его накрываю пленкой и оставляю на полчаса, чтобы оно настоялось. Пока мое тесто настаивается, я подготовлю рис. Готовить свой рис я буду в рисоварке. Вы можете готовить рис так, как вам удобно. Для этого я взял риса 300 грамм в общей сложности. Это ровно 2 такие маленькие пиалочки. Соответственно, воды я возьму ровно 3 такие пиалочки. Для начала я рис промою. Отмерю 3 пиалки риса. Так как я воду буду подкрашивать, я ее сначала налью в отдельную емкость. И сразу водичку я подсолю. Подсолю именно такое количество соли, чтобы рис у меня потом полностью просолился. Потому что если вы соль не растворите в воде, то получится так, что рис может в определенной части, вернее, соль в определенной части может не раствориться полностью, даже при приварке. Поэтому лучше это сделать сразу. И налью буквально капельку растительного масла. Рис у меня как таковой готов. Готовится у меня в рисоварке 20 минут. Я его сейчас поставлю, но включать пока не буду. Я его буду включать именно тогда, когда у меня уже и рыба будет на подходе, и овощи. Приступаю к приготовлению овощей. Вода у меня уже закипела. Я воду круто посолил. Не в смысле того, что я крутой. Я ее посолил довольно сильно, чтобы привкус соли очень хорошо чувствовался. Чтобы соль просолила овощи. Варим овощи по консистенции, по плотности и по цвету. В первую очередь, как правило, всегда варятся овощи светлого цвета. Затем желтые, оранжевые и в конце только зеленые.
Ну, по крайней мере, это я так делаю, чтобы цвет овощей потом просто не изменился. Вода должна сильно кипеть. Овощи бланшируем. То есть, по-русски говоря, недолго варим. Примерно в зависимости от того, 5-7 минут. Но всегда нужно пробовать. Так как сельдерей варится дольше, чем морковь, я его забрасываю в первую очередь. Обычно, если овощи отварились, их шумовкой сразу вынимают и охлаждают в холодной воде, чтобы остановить процесс варки. Если у вас дома есть лед, это будет очень хорошо, можете добавить. Но так как мы варим в очень маленьком количестве овощей, то есть этого особо не понадобится. Мы и так охладим наши овощи. Вот сельдерей немного поварился, я сразу добавляю сюда морковь. И теперь варим все овощи, пока они не приготовятся. Они должны быть альденте. Если вы любите более мягкие овощи, то поварите их подольше. Овощи постоянно пробуйте. Мои овощи готовы. Я их вынимаю шумовкой и охлаждаю. И не забывайте, помните, это очень важно, чтобы вода постоянно кипела. То есть у вас должно стоять пламя, если у вас газ, на самой большой мощности. Ну не так, конечно, чтобы там вода аж через верх не стала. Далее я буду разогревать овощи следующим образом. Но сейчас на данный момент я не буду разогревать, я просто вам покажу, как буду делать это я. Растопим немного сливочного масла. Добавим буквально немного сахара. Добавим немного мускатного ореха. И добавим немного кипяченой воды. Далее погрузим сюда овощи. И таким образом я их разогрею. На данный момент я просто накрою их крышкой и беру в сторону, чтобы они, то есть чтобы у меня тепло немножко держалось. То есть они у меня слегка тепленькие, не холодные, потому что я их сейчас буду уже есть. Осталось недолго. Рис я уже включил, рис уже варится. Сейчас приступим к приготовлению рыбы. Если вы будете делать неуверенно, чтобы все сможете одновременно все делать, тогда сделайте в первую очередь рыбу, приготовьте ее. Потому что потом, если у вас рыба готова, вы можете всегда ее разогреть в духовке. Ну, скажем так, температура между 170-180 градусов, буквально 8-10 минут. И она у вас будет хрустящая, как положено. А я разогреваю масло для рыбы. Так, мое масло уже нагрелось, оно уже пахнет. Проверить можно следующим образом, нагрелось ли у вас масло. Возьмите немного теста на кончик масла. Как вы видите, масло шипит, масло уже горячее. То есть, если бы были более крупные пузырьки, то лучше тогда масло отставить и немного охладить. Как я уже ранее сказал, филе я предварительно обсушил, теперь я его обмакиваю в муке, чтобы у меня тесто хорошо на нем держалось. Так как масло горячее, пожалуйста, действуйте аккуратно. Мне сейчас неудобно обмакивать, я хочу просто, чтобы вы видели, как это делается. Постарайтесь сделать это вилочкой более чисто, более удобно, более красиво. Масло не должно быть очень сильно раскаленным, потому что вам нужно, чтобы у вас не только тесто пропеклось, но и рыба. Если же у вас это случилось, то есть у вас, вы чувствуете, что у вас тесто уже готово, а рыбы еще нет, то вы всегда можете довести рыбу в духовке. Так, я рыбу свою уже вынимаю. Вам, может быть, на первый взгляд может показаться, что у меня оно слишком темное. Нет, это просто от того, что я использовал темное пиво. Обратите внимание, что масла не должно быть очень мало, то есть рыба должна в нем плавать. И также обжариваю следующие кусочки, чтобы убедиться на 100%, что у меня рыба действительно внутри пропеклась, я разрежу. Так, ну вот так вот оно выглядит. Я его еще все-таки помещу в духовку на буквально на 5 минут при температуре 110 градусов. У меня все готово. И теперь я постараюсь сделать красивую подачу. Думаю, что камера может исказить, поэтому я буду называть, куда и что я помещаю. Значит, овощи. Представьте себе циферблат. Я овощи
выкладываю на 10 часов. Так как рыба у меня в тесте, я хочу, чтобы тесто у меня осталось хрустящим. Поэтому я томатный соус буду добавлять к рису. Будем накрывать его на 14 часов. Чтобы рис красиво выложить, я для начала смочил пиалочку водой. Теперь я просто наполнил пиалку рисом, смоченной водой. Переворачиваю при помощи лопатки и аккуратненько выкладываю на мой шпигель из соуса. Рыбу я разрезаю наискосочек и порезанной частью. То есть она была у меня в духовке, она полностью пропеклась. Но делаю что-то в виде паруса. Пару помидорок черри для контраста. Зелень в овощи я добавил. И последний штришочек, маленький листочек петрушечки. И вуаля, мой ужин готов. Пошел угощать жену. На этом, друзья мои, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам видео понравится. Пишите свои комментарии. До новых встреч. Совсем забыл маленькое дополнение. Чем хороша такая рыба? Что если у вас рыба не очень хорошего качества, то есть она, знаете, такая дряблая, филешки не очень хорошо выглядит, то как раз вот таки спрятать его под слоем теста даже очень хорошо, и она будет довольно достойно выглядеть. Ну, это так, на всякий случай. Вот теперь все.